Вообще уйти.
сильно хотел. Такой горячий. Да, детка, я знаю. Да нет, я против, больно вообще-то. Дайте мне тут мать. Тебе какую? У меня есть от ушибов, от переломов, от забора. А есть что-нибудь от моей поганой жизни? Вот это точно поможет. За своей силой я замерз и перегрелся. Ну, согрей, остуди себя. Точно! Ладно, хорошо. Обнимаю сам себя. В твоем возрасте это нормально. Ах, молодость! Сейчас вы меня постарайтесь, давайте убираться. Мы не успеем все здесь убрать. Когда вас много и вы едины, вы можете справиться с чем угодно. Как сила один за всех. Когда вас много, когда чуть меньше, тоже неплохо. Да, ну, все поняли, да, понял, хорошо. Мой сынуля, как хорошо, когда у тебя есть наследник, да, всемогущий? У меня тоже есть мой хороший мальчик, в котором моя ДНК. Он мне хотя бы сын, а у тебя это уже странно. Все, не трогай меня. Что происходит? Бабуга, не стоит так злиться, мой мальчик. Я думала, это я твой мальчик. Сколько у тебя еще таких мальчиков? Держи книгу, она мне очень помогает. О, это книга «Как подружиться с детьми»? Ага, дом 16. А остальные уже прочитал? За остальные уже отсидел. Давайте, девочки, снимать книгу с ребенком в его детстве. Сынок, а давай сыграем, как в детстве. Ха! Спасибо, пап. Прям ностальгию накрыло. Старайтесь больше шутить. Сынок, ты и так похож на меня. Неправда. У мамки своей спроси. Юный видорец, тебе нужно тренировать выносливость. Я прирожденный учитель. Какой я молодец. Всем помог. Так, а что тут за дети валяют? Это не по правилам. Надо записать. И я помогу. Ты, конечно, переборщил, но ты это сделал, потому что мы друзья. Не поэтому. Я не говорю, что сыном всемогущий прав. Я каждую минуту должен тренироваться, и когда-нибудь мне это обязательно пригодится. И как тебе это поможет? Ты тупой, что ли? Сильно чихнул. И еще меня бабуга покусал. Надеюсь, это не заразно. Да я впервые по-хорошему захотел. Тортик вам принес, а вы как сволочи. Катим ему транквилизатор. Так вот ты такой хороший друг. Я так рад, что мы учимся в одной школе. Пути. Я сейчас все исправлю. О, это было больненько, но мне почему-то нравится. Здравствуйте! Вернись к нам! Я перестаюсь своими хорошенькими веснушками. И все вы меня бесите, друзья мои хорошие. Еще раз? Не-не, мне вот так нравится. Ну, пожалуйста. Ты видел моего сына? Он скоро вырастет и уделает тебя. Ты меня сейчас кто угодно уделает. Не дари. Можешь поднять. Пакет бы я еще поднял, а открылось уже нет. Все в порядке? Так, мальчик мой, если ты будешь усердно тренироваться, ты будешь выглядеть так же хорошо, как и я. Всемогущий совсем ослаб. Ты нужен новый герой. Я могу быть героем. Кто-нибудь сильный? Мой. Кто-нибудь статный? Кто достоин звания номер один? Папа! Да, сынок! У тебя нет таких знакомых? Да что за отношение такое? Все, я ухожу и больше не вернусь сюда. Никогда! Не вернется? Правда, прошли общую проверку! Пока никого нет, давайте отметим. Я тут кое-что принес. Я не позволю школьникам пить! Используй свою силу, герой! Говорил, у меня есть еще одна сила. Все за одного!